сегодня прекрасная погода. Целый день идет дождь. Беговая тренировка срывается. Еще чуть-чуть, и я готов буду бежать в этот противный нудный дождь. Ну, а пока придумал себе другое развлечение. Тестирую пресс на выносливость. Делаем планку. Планирую делать 4 минуты. Поехали. Вот так вот. Все упражнения тяжелые. Последний раз я его делал 3 минуты, еле выдержал. Думаю, мне поможет эта мотивирующая музыка. Вообще, в последнее время пресс специально не качаю, как и все, начитался достаточно иногда, потому что он и так достаточно напрягается во всех упражнениях. Так, ну уже теперь осталось только повторить прошлый рекорд. Коврик жесткий взял, сильно давит на локти. Герой спорта, нам полера, как воздух нужна. Мы хотим всем рекордом наши сломки дать имена. Мы хотим всем рекордом. Ну, тяжко не будет. Дышать не забываем. Да, счастливо. Так, одна песня кончилась. Сейчас вторая будет не такая уже. Но тоже хорошая. Роман говорил, надо дышать лучше. Неужели прошло? Yes! Я мог и больше.